Я волхом бы выгорос с бюрократизмом. К мандатам почтения нету. К любым чертям с матерями катись. Любая бумажка, но эту по длинному фронту купе и кают. Чиновник учтивый движется. Сдают паспорта, и я сдаю мою пурпурную книжицу. К одним паспортам улыбка у рта, к другим отношение плевое. С почтением берут, например, паспорта с двухспальным английским левою. Глазами доброго дяди Виев, не переставая кланяться, берут, как будто берут чаевые, паспорт американца. На польский глядят, как в афишу коза. На польский выпяливают глаза в тугой полицейской слоновости. Откуда это, мол, и что это за географические новости? И не повернув головы качан, и чувств никаких не изведав, берут, не моргнув, паспорта датчан и разных прочих шведов. И вдруг, как будто ожогом рот скривило господину, это господин чиновник берет мою краснокожую паспортину. Берет как бомбу, берет как ежа, как бритву обою да острую, берет как гремучую в 20 жал змею двухметрово ростую. Моргнул многозначащий глаз носильщика. Хоть вещи снесет за даром вам. Жандарм вопросительно смотрит на сыщика. Сыщик на жандарма. С каким наслаждением жандармской касты я был бы исхлестан и распят за то, что в руках у меня молоткастый, серпастый советский паспорт. Я волком бы выгрыз с бюрократизмом. К мандатам почтения нету. К любым чертям с матерями катись. Любая бумажка, но эту я достаю из широких штанин дубликатом бесценного груза. Читайте, завидуйте, я гражданин Советского Союза. От паровоз.